ожидания. Вот насчет разных ожиданий в плане денег. Мне как-то попадалось, в интернете ходил ролик там, последние пару лет, по-моему, какой-то итальянец опрашивал русских девушек про их, значит, ожидания. А, я видела. В смысле, типа, почему, как бы, значит, должен за вас платить мужчина на свидание? Понятно, что в Европе есть свои какие-то представления, да, сейчас другие, учитывая, что сейчас у нас, да, куча наших, ну, куча русских, да, переехали, опять же, в другие страны, и вот ты говоришь, что будет, скорее всего, тенденция, да, к межнациональным бракам, а вот этот вот культурный момент совершенно разных ожиданий, да, в плане, вот, ну, то, что мы выросли в совершенно других социально-экономических условиях, абсолютно других, да, и нужно понимать, что как бы там в голове другие вещи. Вот это вот финансовый паритет, который есть, ну, в основном в Европе, и у нас в основном его отсутствие, да, в основном есть идея, что, ну, есть такая фраза, да, что там мои деньги это мои, а его это наши, да, там в отношении мужа, то есть там муж заботится там о семье и как бы обеспечивает семейный бюджет, а у меня, значит, там на мои хотелки, например, вот, это разница менталитетов, каких-то, не знаю, ожиданий, да, как она может, опять же, негативно выстрелить, да, учитывая, что сейчас у нас снова вот эта вот диффузия происходит. К чему быть готовым людям? Я ко всему не понимаю. Я не гадалка, я не астролог даже. К чему быть готовым людям? Я не гадалка, я психолог, Маша. Я очень четко отвечаю на вопросы, к чему быть готовым людям. Ну, смотри, я не вижу ситуацию, в которой вот, там, ну, куча у меня народу, да, переехала в другие страны. Да? Да. Переезд – это, особенно если эта история надолго, да, известно, что это, опять же, вот этот стресс, связанный с эмиграцией, он настолько же высокий, насколько там стресс, связанный там, с потерей денег и так далее. И в должной мере адаптироваться к жизни в другой стране смогут, дай бог, внуки. Дай бог, внуки, да, если люди там остаются. И это уже такая, как это, господи, там, ну, психология этноса и так далее, и так далее. Финансовый момент, несмотря на глобализацию, да, все равно присутствует. Люди, которые приезжают там в другое место, такой большой стресс, что высока, опять же, вероятность развода. Опять же, учитывая, что сначала у нас уехало много мужчин, много женщин осталось, и они уже какое-то время там, часто мужчинам, не, ну, то есть стресс они тоже закрывают, например, сексом, потом приезжает жена, смотрит финансовые отчеты. Кстати, вам лайфхак по истории финансов, хорошо можно отследить траты на любовницу. Скрыла. Прикольно, да? Ну, как бы, деньги не врут. Вот, соответственно, ну, то есть такой рискованный момент для отношений, и потом женщина остается в другой стране, даже, ну вот она там с мужем в другой стране, другие реалии, а в башке-то у нее привычки, как бы наши постсоветские, как в этом всем адаптироваться, то есть к чему быть готовым вот в этом смысле? К чему адаптировать? Смотри, ты спрашиваешь про ту женщину, которая вот с нашим уставом, с нашим самоваром приехала туда. Да. Смотри, я жила в Лондоне, жила в Барселоне. Причем, ну, достаточно два разных опыта. В Лондоне 2 года, в Барселоне 3 года. И мне очень нравилось, что у каждой страны там свои тоже порядки, естественно, свои самовары и свои уставы. Поэтому как, я тебе могу сказать просто, как я. Я сначала, ну, была в шоке от каких-то правил, конечно. Знаешь, блин, вообще все по-другому. Я говорю, я, знаешь, такая пришла на танцы и говорю, да нет, мальчишки столы отнесут, ну, столы тяжелые. Я говорю, почему девочки-то должны таскать? На меня англичанки, знаешь, такие смотрят, такие, чего? Почему? Женщина что, стол не может поднять? Ну, то есть для них это вообще, знаешь, такой шок был. А у меня-то в голове, понимаешь, меня-то воспитывали, что тяжелые должны мальчики носить, понимаешь? И у меня в голове совершенно вообще вот это не укладывалось, как это так? Там коляски, чемоданы, там еще что-то, ну, что женщины носят, и это нормально, такой тяжести какие-то. И я, знаешь, такая,
Ужас, как. Ну, я научилась спросить. Ну, то есть, когда я прошу, я понимаю, что я не хочу носить тяжелое. Вообще, вот, ну, ни при каких обстоятельствах я не хочу носить тяжелое. И в моей голове вот это вот есть, что мужчина все-таки более сильный. И я просто что делала? Я искала на улице более-менее такого подходящего сильного мужчину, либо в метро где-то, если мне надо было. И я прям подходила к нему. Говорю, вы мне поможете? Конечно, он поможет. Все, конечно, он поможет, и он донесет, и отнесет, и все. Вообще, никто не отказывался. Ни один мужчина не отказался. То есть все равно в них где-то там заложено вот это вот, ну, животное, что вот мужчина там сильнее. А с другой стороны, как вот ты говоришь женщинам этим, им сложно будет. Ну, то есть я не могу ничего сказать, им будет сложно, потому что, еще раз говорю, у них свой взгляд на мир, что мужчина должен все деньги отдавать ей там, или что мужчина, вот деньги мужчины, вот в этом интервью, вот, которое ты говорила, деньги, которые я зарабатываю, это мои, а деньги, которые он зарабатывает, это наши общие. То есть там вот эта идея основная транслировалась. И кто должен платить за кофе? Вечный вопрос. Ну, кстати, за границей очень многие мужчины спокойно платят за кофе, потому что кофе, ну, это не проблема. Кофе или ужин там, или обед — это не проблема. И у многих женщин есть представление, что вот они все счета делят. Нет, не все счета делят. Неважно, причем американец или европеец, они многие платят за кофе либо за ужин, если они приглашают девушку на романтическое свидание. Если это деловое свидание, то тогда счета раздельные. Ну, это и в России также тоже принято. Ну, то есть, а вот когда уже в парах они живут, когда они уже начинают в отношениях жить, то здесь тоже только договариваться. И я знаю такие варианты, когда девушка находит мужчину, которому нормально платить и за нее, и содержать ее, и это тоже, опять же, вне зависимости от того, он там европеец или американец или еще кто-то, он спокойно ее содержит. Все. Но вообще, смотри, откуда эта тенденция у славянского населения? Вот это вот, знаешь, что мужчина содержит, мужчина платит за все. У славянского населения до сих пор еще сильна вот эта часть рептильного мозга, вот этого женского, который, ну, прям сильная рептильная часть, вот это вот, а что будет, и этот страх, это животный страх просто, а вот, а что будет, когда я детей рожу, я что, должна сама работать, вот как я должна детей, а вот он же должен меня содержать, ну, то есть ей хочется, чтобы мужчина содержал, потому что у нее есть животный страх прокормить свое потомство. Все, вот этот животный страх прокормить свое потомство, он нас толкает на выбор более богатого мужчины, потому что, еще раз, у нас рептильная вот эта часть, она очень сильна до сих пор у славян. Я не знаю, почему, что случилось с этой рептильной частью у европейских мужчин или американских. Я не могу сказать, потому что они там, я все сама, я вот там это, вот этот феминизм, там все. Либо они ее подавляют очень сильно, либо они ее как-то очень сильно заглушают. Ну, потому что, ну, правда, когда женщина вот ходит там беременная и там рожает, и все, и все, и все, в России, по крайней мере, созданы вот эти условия, что она хоть какое-то время находится с ребенком. А у них же там на второй день ты родила, на второй день ты можешь выйти на работу, пожалуйста, и работать. И там с ребенком уже няня там сидит или кто-то, а ты продолжаешь там работать, зарабатывать деньги, там еще что-то. Но кто-то сидит с детьми, и муж содержит. То есть, опять же, это, ну, вот как они договорились. Вне зависимости от нации, все договариваются и проясняют на начальном этапе. И многим женщинам, которые переехали туда, и россиянам, и украинцам, неважно, женщины же, многие туда тоже уехали, им придется, ну, как сложно с этим быть, потому что, ну, столкнуться с тем, что у европейских мужчин в большинстве своем есть вот эта вот тенденция, что оба партнера и работают, и зарабатывают, неважно, причем сколько. У них нет, кстати, вот этого, что вот мужчина больше зарабатывает, мужчина меньше зарабатывает. У них нет такого. У них без разницы. Вы любите друг друга, у вас есть вот любовь, и там, сколько бы ты ни зарабатывал, там, неважно. Но они все равно ищут в своем кругу, потому что интересно же общение, интересна любовь. Неважно, ты богатый человек там или бедный человек, каждый ищет и преследует какую-то свою цель. Кто-то ищет любовь, кто-то ищет секс, кто-то ищет партнерство, интересного партнера, собеседника. Тоже зависит от личной цели каждого. Ну, то есть, что, а что там будет по факту, я не знаю, я же говорю, я не гадалка.